Сегодня 18 августа. Раннее утро. Ночью было очень холодно. Все покрылось инеем, все вещи. Я сейчас пойду порыбачить. Вот на этом озере. Кушать хочется. Вот я поймал рыбку. Ее не видно. Живая еще. Выше поднимай. Это форель. Откуда здесь взяла форель в нашей горной сибирской тайге, я вообще не понимаю. Вот она, можно поближе. Угу. Вот она живая, еще дергается. Но это вкусная рыба. Она практически без чешуи. Ну так, чуть-чуть, маленечко. Маленечко есть чуть-чуть, но ничего. Еще рыбку поймал. Сейчас покажу. Еще форелька одна. Скушаем сейчас ее, да? Вот это наш завтрак сегодняшний. Две форельки. Одна уже почищена, одна еще нет. Сейчас мы их будем кушать. И черники набрали сейчас, компотика черничного. Правда, без сахара, но ничего страшного. Покушаем черничного компотика. Как тут хорошо, никого нет. Все холода испугались, отсюда убежали все, кто здесь был. Если вообще кто-то был. А мы холода не боимся, правильно? У нас спирт есть. Вот наш завтрак. А вон Ольга возвращается. Что там у тебя? Свежачок. Добытчица, что там? Это что за грибочки? Съедобные. Рыбы много? Да. Ну-ка вывали на травку ее. Посмотрим. О, форельки. Поближе. Сними. Давай. Сколько штучек, посчитай. Так все видно. 3, 4, 5, 6, 9 штучек, да? Нормально. Хорошо. Форель жарится. Сейчас мы будем кушать. Что, живая? Показать? Растворить. Форельки, найди поближе. А какие? Прыгают еще. Сейчас посчитаю. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шестнадцать, семнадцать. 18 штук. Но это день, днем это. Я думаю, вечером будет лучше ловиться.
Иди сюда ближе. Релька. Сейчас свалится, лови ее быстрее. Правильно, получилось. Релька. Маленький. На рыжую мышку, на оранжевую. Кого поймала? Форельку. О, какая форелька хорошая. Если нет, то сама включи. Сейчас, сейчас. Ой, сейчас она... Что мы сейчас варим? Уху. Из форели. Форельки, которые сегодня поймали, да? Сколько штучек? 8. Остальное все. Мешай. Помешай ее. Скажи, какая. Самую мелкую мы, да, выходим? Да. Крупную что будем делать? На завтра оставим, закоптим или пожарим. Завтра другая на воде сильно. А это сильно, она соленая будет. Еще вечером порыбачить хоть. Я сегодня нашел доски. Кто сюда завез доски, непонятно. Может, раньше что-то здесь было. Строение какое-то много-много лет назад. Но доски эти только вертолетом могли завести. Доски старые, листвянные. Из лиственницы. Я из них сделал каркас вот такой вот. В случае чего мы вот навес наш, который на палатке сейчас, чтобы теплее было, мы камнями придавили, мы его... перекинем на этот каркас, если сильный дождь будет постоянно, без перерыва. Сейчас он пройдет, перестанет, пройдет, перестанет. Вот такая погода. А мы варим уху, пьем спирт. Там хорошо, настроение обалденное. И рыбачим еще. Да. Рыбку показать? Да. Ой, сколько времени сейчас, не знаешь? Ой. 10:00. 10:00, 6:00 рыбачу. Обалдеть, сейчас покажу. Угу. Отойди-ка. Ты вот сюда встань. Солнце загораживаешь. Куда? С той стороны обойди. Надо посчитать их. Ой, хорошие такие. Давай посчитаем. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок одна штучка. О, смотри. Фух. Что-то сильно далеко по реке спустился, еле притащил рыбу. Так тяжело. Завтра не пойду больше так далеко. Можно и здесь ловить. По реке ловил. Мы сделали вот такую ветрозащитную стеночку из остатков досок, которые мы здесь нашли в траве. Ольга там жарит форельку, да? Другой рыбы здесь нет. Другой рыбы тут нет. Придется есть форель, да? Да. А это уже пожаренная, да? Вот уже лежит пожаренная, ждет. О, какая хорошая. Сейчас мы ее съедим. А это еще не пожаренная, да? Да. Ждет очереди своей. Так, ну все, я выключаю камеру, будем кушать. Сегодня 19 августа. Погодка маленько наладилась. Рыбалка утром была очень хорошая. По реке, которая вытекает из этого озера. Поймалась 41 форелька. Ночью было очень холодно. Практически одеваем всю одежду на себя, которая есть. И залазим в спальники. Ждем хорошей погоды. А то так спирта не хватит. Это Ольга рыбачит. Погодка наладилась. Ни единой живой души на озере. Мы здесь одни. Мы сделали вот такой вот очаг, чтобы тепло задерживалось, ветром не продувало. Вот у нас ужин подсушивается. И
есть такое подозрение у меня, что в этом походе голодать мы не будем.